Девчонки, всем привет! Привет! Сегодня буду вас радовать одним из моих любимых рецептов. Почему он мой любимый? Потому что я его уже пробовала раз 100. Это простой манник. И сегодня я его буду делать с добавлением тыквы. Обычной тыквы. Октябрь все-таки. И тыкву я использую на все 100%. И в этот кекс я использую тыкву. Я сразу вам могу сказать, что это такой мой челлендж, потому что я туда использую вообще все, что угодно. То есть вы можете сделать его вот точно таким, но без тыквы. Можете добавить туда вместо тыквы морковку, потереть на мелкой терке. Он тоже приобретет красивый такой оранжевый цвет. Тыква. Да. Можете использовать изюм. Раньше я делала с изюмом. Можете с шоколадными каплями. Просто вообще бомбически будет. Этот шоколад расплавляется внутри кекса. И просто сказочные, просто вкусовые ощущения получаются. Цукаты. Очень любила делать зимой. Буду делать зимой с замороженными ягодами. Если у вас есть черника, вот что-нибудь, вот такие какие-то мелкие ягоды, замороженная голубика, малина даже. Я делала с малиной. Просто высыпаете в тесто замороженные ягоды, перемешиваете и сразу в духовку. Просто бомба! Уходит классно, ягоды расходятся, то есть все израсходуется, все используется и все в ходу. Поэтому делайте, не обязательно делать те же ингредиенты, что делала я. Если у вас нет масла, не ложите масло сливочное. Есть, можете положить его немножко меньше, можете не ложить 2 яйца, а положить 1 яйцо. То есть делайте так, как что у вас. Я думаю, что он вам понравится, и вы будете готовить его часто. Пишите комментарии по этому поводу, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал, на мой инстаграм, и переходите по другим видео, очень вкусным тоже, где я выкладываю какие-то рецепты. Если я буду видеть, что вам это нравится, что вы комментируете, смотрите, пользуетесь, то я, естественно, буду для вас снимать их. Пока, приятного аппетита!